И снова всем привет. Всех приветствую на своем канале. И это 9-й матч нашего турнира. Мы уже близимся к завершению. Примерно потихонечку подкрадываемся к последним матчам первого тура. Но еще впереди достаточно. Относительно. Меньше половины, но еще достаточно. Снова Шон Майклс перед вашими экранами. Я решил вернуть Атирку со своего матча. Но, к сожалению, это будет не мой матч. Это будет... также судейский Шон Майклс, но я решил выйти вновь в этой кепочке, вспомнить, что я тоже был участником этого турнира, к сожалению, проиграв в упорнейшей суперборьбе Дрю Макинтайру. Ну да ладно, Шон Майклс у нас уже на ринге, и наконец-то я снова хост. Мне не понравился опыт прошлого видео, где я был подключен сам к ремоут-плею, но я разговаривал с людьми. Получается так, что у них нет таких фризов, когда создаю я. Бывает только задержка, когда, например, вам удержание делают, да, или чуть-чуть микрофризы для того, чтобы среверсировать. Но чтобы прям вот так дергало, как это вы видели в прошлом видео, такого обычно нет у людей, которые играют через меня. Вот, поэтому я возвращаюсь снова в своем амплуа, потому что здесь нет закрытых рестлеров, все в широком доступе. Мне нужно еще открыть Брэй Уайта, чтобы тот смог сыграть свой матч, который он еще не играл. И у нас выходит первый участник этого матча с титулом, но титул здесь ничего не решает. В таком супер черно-золотом костюме, и это даже могу не смотреть в список, открытый на втором мониторе, Егор Блейк и его... Драгунов, да, я бы хотел сказать именно вот так. Конечно же, это Илья Драгунов. Вот он, в такой золотой маске, под такую какую-то музычку выходит, оперную, ну, плюс-минус, я не знаю, оркестровую. И в такой вот маске находится он. Я помню, как Егор создавал себе эту Атирку. Классная Атирка, согласитесь, офигенно выглядит, как будто бы она... летая, и как будто бы она его. Ну, понятно, что плащ не драгуновский, да и, в принципе, все остальное. Но выглядит солидно, выглядит цельно и круто. Я помню, как Егор начал его делать. Он такой: о, смотри, штаны. Я говорю: делай леопардовые, делай просто леопардовые штаны. И он начал что-то делать, потом поменяли материал, золотой поставили, и все как-то закрутилось, завертелось. И теперь вы видите вот такую вот классную Атирку на первый матч Ильи Драгунова. Кажется, что после такого пока смот можно закрывать. И вообще, при зрительских симпатий за лучший костюм, возможно, выиграет Драгунов. Люди и многие участники турнира могут подумать: блин, я тоже бы себе хотел сделать Атирку. Напишите, там договоримся. Короче, вот. Илья Драгунов вышел, Егор Блейк будет исполнять его роль. Можно это так называть. 81 скилл всего лишь у Ильи Драгунова. Это... чуть больше, чем у Брона Брейкера. Но Брон Брейкер свой матч выиграл. У Брона Брейкера 80, если не ошибаюсь. А у, вот видите, Драгунова 81. Но ему будет противостоять лицо этой игры. Это будет Дэрю, хотел сказать. Нет, это будет Коди Роудс. American Nightmare. Коди Роудс. Такая вот у него... у него тоже есть своеобразный классный плащ. И классный выход. Вообще, я говорю, выходы интересно тут смотреть. Прям круто. Мне прям вставляет. И вот такой вот Коди Роудс, который... точнее, на котором играет Тимур Валиев. Только что в пятиминутке перед началом этого официального матча, да, в разминке, я увидел, как ребята дрались. И я вам скажу, что Тимур играет на клавиатуре. И он попросил поменять под себя управление немножко перед началом боя. И когда ребята дрались на разминке, я понял, что Егору Блейку придется очень непросто в этом матче. Учитывая, что у Коди Роудса, в принципе, скиллы не маленькие в этой игре. Точно вам цифру не скажу. Но явно меньше у Ильи Драгунова. И тут красота костюма ему может не помочь. Но Егор Блейк, в принципе, хорошо играет. По крайней мере, когда я с ребятами играю в онлайне, возможно, за счет задержки, но в целом с реверсами у него все нормально. Сейчас сосредоточится и, возможно, покажет свой лучший рестлинг, но не стоит забывать, что у Тимура достаточно часов, мы так посмотрели, в 23-й, по-моему, части, и это значит, что человек на опыте. Да и, в принципе, тот, кто пытается поменять, просит поменять управление перед началом матча, знает, что... ну, точнее, знает, какое оно ему нужно. То есть он знает, какое оно стандартно, и
ему нужно поменять его под себя. Уже не первый раз убеждаюсь, что люди на клавиатуре на самом деле играют очень даже хорошо, и не обязательно джойстик может зарешать в этой игре. Ну что, погнали. Илья Драгунов против Коди Роудса. Размен ударами у нас тут происходит. Перепрыгиваем как через бревно Илью Драгунова. Интересно прям посмотреть. Отличный удар Драгунова. Реверсирует. И вот этот вот удар тоже реверсируется Коди Роудсом. Но есть минус у Драгунова. Да, вот этот долгий, долго замахивающийся удар. Но посмотрите. Вот и реверс, пожалуйста. А теперь Роудс не может ничего сделать. А вот теперь и может. Блин, все. Это прям мне очень хочется посмотреть на это. И довольствоваться каждой секундой этого матча. Это что такое было? Неужели этот матч по смешным моментом сможет превзойти мой с Дрю Макинтайром? Да нет, такого невозможно. Как же больно сейчас Илье Драгунову. Развязывается у нас подушечка на углу ринга. Я, как истинный судья, должен ее завязать обратно. Но нет, это у нас Extreme Rules. Делайте, что хотите. Не особо я похож на рефери, да, но с этой оттиркой. Возможно, мне нужно сделать что-то новое. Это что? Это был какой-то странный момент сейчас. Так, Драгунов. О, втыкается в ловушку, подготовленную Коди Роудсом. Нужно собраться. Вот такие вот предметы. Конечно же, шлепанец. Я засовываю в каждый матч. Хороший дайв. Хороший прыжок от Драгунова. И тапком первым прилетает все-таки Коди Роудсу. Также туда следует от собственного тапка Драгунова. И прилетает сзади бульдог. Но Драгунов снова на ногах. Двойной удар стопами в жопу Коди Роудсу. Такой вот замес у нас тут лютый происходит внизу ринга. Спущусь поближе, чтобы вы все видели. И какая крутилка. Прямиком на стилстепсы. Это было неприятно, мягко говоря. Коди Роудс хочет оттуда прыгнуть, да он же не достанет. Нет, решил не рисковать. А вот здесь Драгунов вовремя среагировал и берет тапок в свои руки. Берет игру. Да, все-таки тапок. Берет шлепанец, а мусорный бак достает в свою очередь Коди Роудс. Мало ему предметов, мало. Стол, конечно, нам нужен стол. И ходит с этим шлепанцем в поисках второго. Как будто, знаете, чувак нашел топорик один, нашел один носок. И теперь ищет второй. Куда же он запропастился? А тут какой-то молодой человек просто запихивает кучу предметов. Вот так вот делает Егор Блейк. Играет грязь и получает суплекс. Германский суплекс прямиком на предметы. Разозлил только он, мне кажется, Коди Роудса. Крутит, вертит его, делает с ним все, что захочет. Еще один суплекс от Коди Роудса. И туда мусорным баком. Ничего не может сделать с этим Илья Драгунов. Не очень приятная ситуация. Шлепанец мимо. А теперь в цель. Чего вы ко мне жметесь? Не надо. Не надо. Есть сигнатура у Роудса. Возможно, он ей захочет сейчас воспользоваться. Бьет себя по груди. Таунтит издевательски. Перед лицом прямо Драгунова. Рано реверсирует он. И достается. Не очень приятно. Просто летают предметы в Драгунова. Уже стилстепсы у нас тут на ринге. Попадает. Что такое? Просто прибил сейчас Драгунова. Запропастился куда-то он. Долгий реверс. Точнее, долгий удар. И, естественно, последующий реверс от Роудса. Блин. Чуть-чуть увереннее выглядит Коди Роудс, на самом деле. И сейчас будет... Что это будет? Суплекс? Среверсировал? Нет, да, среверсировал. Чё, блок? Ну, такой, знаете, заторможенный какой-то, не очень. Анимация странная. И Коди Роудс. Реверс, по-моему, был реверс от Драгунова очередной. И опять чё, блок? Как дурацкий какой-то чё, блок, на самом деле. Ты как бы вроде ударил, а вроде бы нет. Это сейчас чё было? Это он увернулся от его дропкика? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, разбивается лицо с локтя у Илюши. Я пока отдохну, поприветствую зрителей. Подбодрите Егора Блейка, Илья Драгунов, let's go, поджигается стол. Пожалуй, с этого момента я уйду вниз, чтобы случайно не сломать этот самый стол, который пыхтел и зажигал Коди Роудс. Вы с изосом, кричат зрители, и на кросс-роудс нарывается Илья Драгунов. Он находится в стане, и сейчас с ним все, что захочет, может сделать Роудс. И это хороший момент. Егор понимает, что он в ловушке, и летит на комментаторский. Тьфу, блин, на обычный горящий стол. Делается сразу же удержание. Раз, два, под крики вы с изосом.
у нас появляется первый поинт в этом матче. Ну, заслуженно. Коди Роуз, посмотрите, у него полоска здоровья супер полная. А Илья Драгунов ходит, будто бы обосрал свои штаны. Ну, что такое происходит? Илья, соберись. Егор, соберись. Не знаю, как это назвать. Он просто бросает этот баг, который даже не долетает до Коди Роуза. Коди Роуз находится в стане. Что у нас есть у Ильи Драгунова? Ни хрена нет. Есть пин? Серьезно? Нет. Югара Кирими, действительно, ты реально нас разыгрываешь, чувак. Получай реверс. Он же мог ногой застрять. Хо! Видали, он прямо в мусорный бак угодил головой. Если бы его краешки были острыми, то голова Коди Роудса прямиком бы угодила в этот самый бак, разделив его от туловища. Неправильно сказал. Ну и ладно. Разбирается комментаторский стол. Счет по-прежнему 1-0. Счет, пожалуйста, летит! Драгунов на Коди Роудса. И, возможно, сейчас нужно что-то найти, что-то попытаться сделать против Коди. Опять этот дурацкий прием. Это действительно не очень прием. Это, знаете, когда настроил, создал своего персонажа и сделал ему говновый мовсет, и такой, блин, надо поменять. А ты играешь карьеру, и такой, сука, и постоянно забываешь. Я просто так часто, по-моему, даже на Ричарде какой-то стоял дурацкий прием в 22-й части, да? Если вы помните. Я его все хотел поменять и забывал. Тоже какой-то долгий разгон был. Стульями закидывает просто Роудс своего оппонента. А Драгунов, походу, все. Так и лежит с обострыми штанами. Еще один третий стул прилетает Коди Роудсу. Фу, блин, от Коди Роудса в Илью Драгунова. У него есть какая-то заморозка. Он что, Саб-Зиро? Что это у него такое? Сигнатура появилась! Появилась сигнатура! Это что? Это что такое? Это сигнатура! Дело удержания. Он берет стул и забрасывает в ответ. Он забрасывает в ответ Коди Роудса. Посмотрите, что происходит в этом матче. Туда-сюда. Поймал! Это горячая картошка, горячий стул. Двойное перекидывание стульями. Что вообще происходит? Это когда два сотрудника Икеи поругались и не поставили стулья на нужные места. Вот что происходит. Но в любом случае Илья Драгунов повержен и лежит внизу. Внизу под Коди. Реверс. Что сейчас предпримет? Да что он может? Просто обычные оплеухи пока что отвешивает Коди Роудсу. Ну, тяжело. Посмотрите, как тяжело копится у него сигнатура, как тяжело копится финишер. Очень все плохо. Ну, вот в этом плане решает, конечно, скилл персонажа. Но сейчас такой Браунбрейкер. Камон, ничего не решает. Да. Алабама Слэм, что он сказал? Я прослушал. Илья, как же все печально. Ну, комментаторы сидят в ожидании того, что стол все-таки будет разрушен. Они ведь только за этим работают на этой должности. На должности комментаторов, чтобы видеть, как перед ними ломается их рабочее место. Коди Роудс, Кросс Роудс, что? Поймал? Он поймал, Илья. Что ты делаешь? Там какой-то... Какая-то кубышка получилась с этим мусорным баком. И Драгунов поймал Коди Роудса. А вот это уже точно кроссроудс. И удержание. Раз. Два. One more time, кричат зрители. Но двоечку прописывает Шон Майклс. Показывает два пальца. Не будет у нас заработанного второго поинта для Коди Роудса. Но по-прежнему ноль в графе у Драгунова. Туда-сюда пользуются канатами. Роудс и играющий на нем Тимур Валиев. Запомните имя этого молодого человека. Его Коди Роудс очень силен. Ой-ой-ой-ой-ой. Не хочет, чтобы на него свалилась с небес звездная пыль. Илья Драгунов и делает чоп-блок. У него есть финишер. Черт возьми, откуда? У него этот самый финишер. Прыжок неудачно. Он просто зажимает треугольник Роудс и ничего не дает сделать. Это что такое? Это у нас второй момент договоренности какой-то относительной. От участников, но они, вот они точно не договаривались. Возможно, и в прошлом матче ребята не договаривались. Летит вниз Драгунов. Жаль, что не на мусорный бак, а Коди Роудс вновь возвышается над ним. И Elbow Drop, реверс. Возможно, такая была задумка. Что это такое? Это вот еще один реверс. И это был потрачен финишер Драгуновым. Обидно, сворачивание, грязное сворачивание, раз. Ответное сворачивание, считаем, раз. Два. Попал, еще раз. Нет, все, вырвался Драгунов. Не будет у нас колобка. Не будут они тут летать туда-сюда. Лестница стала преградой дорожному знаку. А теперь
Снова грязь. Я тут немножко лишний. Нужно уходить. Ух ты, прямо на стул. Бедный Драгунов ползает, не знаю, что ему сделать. 5 минут остается до окончания матча. Как же быстро летит время. Но счет, несмотря на то, что 1-0, моментов достаточно. И причем даже не то, чтобы суперспоты какие-то происходят. В целом движуха, активность и все круто выглядит. Мне очень нравится, как ребята дерутся. Но явно себя увереннее чувствует, будто бы Коди Роудс. И еще раз. Нет, не на стулья. Но это все равно неприятно. Такой вот суплекс обратный получился, вертикальный. Коди Роудс. Ехидное отжимание. Прямо перед лицом Ильи Драгунова. Ну что, Илюша? Что ты сможешь сделать? Здесь есть сигна у... Как два охотника просто за дичью сейчас двигались друг напротив друга, два участника. Реверс. А реверс чего? Реверс обычного приема. И то реверс какой-то неудачный получился. Подбито немножко лицо у Роуса, но в хлам разбито у Драгунова. Ну, по крайней мере, голова красная, да, и видно кровь. Бачком вроде промазала, вроде упал, сложился как будто после удара в UFC с разворота Илья Драгунов. Тут уже бак у нас летает мусорный. Жаль, что там нет мусора. Опа. И что, реально, один единственный предмет остался у нас под рингом. Все остальное участники уже достали и сломали. Либо надломили как минимум. Это что такое? Это мимо. И это тоже мимо. Знакомая ситуация. Прямо таблом прилетает в комментаторский стол Илья Драгунов. Это прыжок в бездну. Это мы проходили в своем матче. И прямо примерно то же самое там было. Ну вот это действительно глупый прием у Драгунова. Что поделать? Попробуй попади. Это, мне кажется, такой прием только годен для человека, который находится в стане или вот в таком полумрачном состоянии. Ну смотрите. Драгунов близок к тому, чтобы заполучить сигнатуру. Но даже удар стулом не получается. Двойной реверс от Роудса. Ну да, будто бы поопытней. Будто бы более круче, что ли, себя ощущает Коди Роудс. Несмотря на скользкий счет 1-0. Он не пытается сделать ему еще одно удержание. Играет в свое удовольствие. Это действительно ощущается. Мне кажется, он вообще на покерфейсе и даже не напрягается сейчас. Так, что же здесь будет? Ариш Ви втыкается в бочку Коди Роудс. И снова этот удар. И снова мимо. Ну, блин, сколько из скольки он попал? Кросс Роудс, чтоб не мучился просто. Раз, ой, два. Попал? Что? Слушайте, нет, по-моему... А нет, кстати, резилиенс-то нету Драгунова. Но как? Там полоска, которой попадает, была мимо. Так, меня не трогаем. Меня не трогаем. Если бы счет был не 1-0, я бы прописал Коди Роудс Switch and Music. Но это было бы нечестно. Ой-ой-ой, что за комбинация от Илюши? Илюша Драгунов. Это было хорошо. Но все равно Роудс встает раньше. И все равно это боль для Драгунова. Ай-яй-яй-яй-яй. Это реверс? Это очередной корявый чоп-блок? Мне кажется, его бедро уже там синее. Просто от такого... И сворачивание неожиданно. Раз. Ну, переворот в обратную сторону. Раз. Два. Сейчас его удержит его же удержанием. Три. Счет 2-0 в пользу Коди Роудса. Не на того нарвался, Егор. Не на того нарвался, Илья. Что такое? Чек-ин-пин? Нет. Отпускает. И решил сделать вот так. Посмотрите, как он лихо забирается на эту лестницу. Будто бы и не устал прыжок Коди Роудса. Дропкик. Это было красиво. И у него есть финишер. Но он его не хочет делать. Он идет за мной. Не шути со мной так. This is awesome, кричат зрители, это действительно было круто. Отвали! И это что за догонялки? Я не понял. Но это идет он явно не за мной. Инзигири, и просто из последнего дыхания Драгунова. Будет ли хотя бы один пин за минуту 10 до окончания матча? Или еще так закончится в сухую? Да ладно. Честно говоря, не думал, что у Егора будет такая ситуация в его матче. Но тут, ну, на мой взгляд, на мой, уж простите, комментаторский взгляд, все-таки герой тоже решает. Ну, понятно, что Роуз очень сильно двигается, очень сильно играет, но какие-то моменты мешают скилл именно персонажа. Стол, к сожалению, просто сложился. Резко вскакивает на ноги Илья Драгунов за 40 секунд. Он застрял в канатах? Что это было? Не хватило сил, скидывает просто, скидывает Коди Роудса с этой лестницы. И Wake Up Town, последнее издыхание, попытка на финишер мимо. Какой же дерьмовый у него финишер. Сворачивание. Просто, да. Что еще делать? Раз. Два.
Переворот ситуации. Раз. В обратную сторону. Раз. Нет. Вырывается. Коди Роудс. 10 секунд окончания матча. Просто он все, он не знает, что делать. Сворачивай его, сворачивай еще раз. Нет. Матч за Коди Роудсом. Даже он остается на ногах. Финишер, кроссроудс. Действительно, кроссроудс. И на этом моменте Коди побеждает в этом матче. Егор, ты просто расплылся. Ты стал Стардастом. Поменялся ролями. Ты стал звездной пылью на фоне космического Коди Роудса. Это было круто. Посмотрите, что. Помогите. Такой сидит Егор, помогите. Да, это было классно. Слушайте, Коди Роудс впечатлил своим матчем. Даже я отсудил на перфект. Поздравляем Тимура Валиева и с проходом в следующий тур. С кем он встречается, вы видите на своих экранах. Но говорим спасибо Егору Блейку за то, что он попытался что-то сделать своим рестлером. Всем спасибо за просмотр. С вами был Максон. Увидимся в следующих матчах. Всем пока.